Добрый день, я Ольга Михайловна, врач ультразвуковой диагностики Арклиника. В нашей клинике стоит высококачественный ультразвуковой прибор экспертного класса Logic E9 производства General Electric. Оснащен он 4 датчиками, основными, которыми нам требуется в повседневной работе. Ну, первый датчик – это конвексный для УЗИ брюшной полости и органов малого таза. В чем его преимущество? Мы можем провести качественные исследования от самых поверхностных структур до самых глубоких. Еще особенность исследования именно на этом приборе для брюшной полости в том, что здесь есть функция жироподавления, ну, это по аналогии с МРТ. Когда люди с избыточной массой тела, с ожирением, могут получить более качественные исследования за счет возможности прибора. Следующий датчик – это линейка для исследования поверхностных органов, в частности щитовидки и молочных желез. Здесь тоже переменная частота, поэтому мы можем и большие и крупные образования хорошо посмотреть, и маленькие образования прекрасно видно с помощью этого датчика. В приборе есть такая функция, называется Logic View. Это панорамное сканирование. И несмотря на небольшую апертуру датчика, за счет этой функции, опять же, мы можем расширить поле зрения. Щитовидная железа помещается во всю длину, и даже крупные мягкотканные образования мы тоже прекрасно видим этим датчиком.